Мы сегодня приехали из Колорадо, и они до сих пор успокоиться не могут. Уже прошло, наверное, часа 4, и вот настолько они радуются, довольны, то, что мы дома наконец-то. Энергия просто плещет с них. Мы их еще покупали всех после пятидневного. Пять дней без хозяев. Я не успеваю камеру за вами водить. Вы хотя бы бегайте, не кругами. А наша бедная Мэри 5 дней, оказывается, была на улице. Мы даже не знали об этом. Потому что мы сделали на бэк-ярде такой забор, загородили, чтобы они через дверь выходили на улицу, через гараж. А Мэри, по всей видимости, не запрыгивала. Мэри надо было бы запрыгнуть через этот заборчик и через дверь заходить в гараж, как обычно она делает всегда. Но этот раз почему-то она, не знаю, почему, наверное, не сообразила. В общем, 5 дней она была на улице, и, по всей видимости, и мы когда приехали, она ужасно была голодная. Бедная кошка. Но она у нас такая, она не пропадет, она, по всей видимости, наверное, мышей ловила. Она очень хорошо птиц довольно-таки ловит. Мышей и птиц. Ну, просто она на корм этот котячий набросилась. Ну что, наигрались? Наигрались? Леся, ты что роешь? Ой, мои собаки наигрались. Хвостом машут все. Хвост отвалится. Все хвостом машут. Что там? Лысюнчик. Кто там? Кто там? Кто? Чита? Кто там? Кто там? Кто? Ой, ты собака золотая. Леся, а ты какая? А ты какая? Ты шухарная. А Чита какая? Какая Читочка? Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Ой, так собачка хорошенькая. Все, наигрались, успокоились. Все. Сейчас кушать будем.